Лично глава СБУ Василий Малюк поручил взорвать экс-сотрудника украинской разведки Прозорова в Москве. В этом признался сам подрывник после задержания. Он рассказал, что сначала ему поручили выехать с Украины в Москву и просто следить за машиной Прозорова. Но вскоре планы изменились, и агенту поручили собрать взрывчатку и организовать теракт. Теперь украинскому агенту грозит пожизненный срок по двум статьям – госизмена и теракт. Давай. В феврале месяце мне мой куратор сообщил, что ему была поставлена задача лично главой СБУ Малюком в том, что я должен выехать в Москву и проследить за автомобилем Toyota Prado, находящимся по адресу Коровинское шоссе 3. Что я и сделал. В феврале месяце мне была поставлена задача только следить за автомобилем, что я и делал. Потом задача изменилась, и мне было сказано собрать бомбу. В этом мне помог мой куратор, при помощи инструкции объяснял. Я собрал, и 9 числа ориентировочно в 2 часа ночи я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля.